Идите его мать. Как хорошо. Это я такое люблю. Блин, мы на западе, что ли? Следователь. Нет, мы на востоке. Вот там на пузе что-то светится. На пузе? На груди. Это ГГ, ребята. Это кто? Нюрса. Нюрса. Ой, она меня видела. Потерял. Ну вы понимали, что мы сейчас отъедем к херам? Да где она? Никита. Иди внизу. А. Хорошо. Истеричка херово летает, блядь. Не, вот это сейчас беспалевность, уровень 90 просто. Так, ушла от меня. Вообще, да наглость? Угу. Давай планули к нему. На сто пудов. Да. Да, блядь. За мной. Ай, сука. Дочините мои. Готово. Хорошо. Там еще и нижний мейн начатый. Наш шерил по Никита найти. Ну вот прыгает из шкафа. Снимайте игры, снимайте игры, снимайте игры. Шерил тут. Блин, она у вас, кажется. Е-о-о-о-о! Че делаешь, мать? Ты шо, крейзи, что ли? Опять будешь обходить? Опять обходит, ты посмотри, что делает, а? Ай, хитрожопая какая курочка. Бля, добила все-таки. Ну какая хитрая. Понимает, что я буду бежать в мейн, выходит из мейна обратно. Через стену! Какая ушлая. Осторожно, они бегают в комнатку. Да, уже мейн. Да господи, Балу, что ты делаешь? Кто так мансит Нюрсу? Бля, в палетке рассчитывать пробить Нюрсу, это, конечно, сильно. Блин, сейчас же вернется Игорь. Угу. Где-то в стене. Да, вот вылетело. Ну, тут меняться. Да, ее нельзя отдавать. Плохо, конечно. Никита, я не буду снимать валу. Осторожно, она на ней. Блять, тут еще найти куда бежать. Да мейн. Пиздец. Я выбежал на улицу. Еще разменом снимай стадию, не просри. Так, ну у меня больше нет ни без огласки, ничего вообще. Пойдем хилиться. Ладно, сейчас снимем ее. Ах ты ж сука, откуда ты узнала, что я здесь? Она... У нее что-то есть.
Ага, пиздец. Попудов есть. А, стадию просрали. Ладно. Она тэпнула через стенку и меня сразу хлопнула, хотя я не видел ее. Это интересно. К вам! Как она меня увидела? Сними ее! Да, у тебя снимаю. Часики. Не-не-не, Никите говорю. Никит, часики. Да сука, конечно, ты, блядь, попадешь. Ага. Встреча. А ты чё? Ты куда несешь-то? А. Зов, наверное, у нее. Да. У нее зов. Да-да-да. 100%. Да блин, пропустите. Отпустите. Почти меня вылечили. Но не вылечили. Бедная Балу, которую бьют. Двери, блядь. Давай, 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 давай. Иди вверх-хил. Так, хильтесь, я пойду встречать ее. Так, а где же... А, вон окошко есть. А что ж ты? Ага, иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне, курочка. Так, я увожу от нее подальше. Где? Какой, чего, где? Ну где мы хилили с той комнаты, Ген? О, у меня осколочки не сработают. Да, осколочки не сработают. Ладно. Ты где, Кать? Я наверху. Да я умру тут. Можно меня оставить. Промазала? Мать, ты чего? Мать, да ты чё? Мать, ты чё? Мать! Во даёт. Во даёт. Я на востоке, в общем, наверху. Так, я Мэнни. Всё. Убила. Блин, какая была погоня веселая, не может. Да куда ты бежишь, мать? Зачем? Да, мать, я же умираю, что ты делаешь? Балу. Зачем Балу? Она что, тупая? Она же забыла, что она в стадию профукала. Куда вообще? Зачем? Я что-то вообще ее не поняла. Ну да, есть вопросы. Но зато, если чё, Мансити... Чё, им не укрыто, что ли? Если что, Мансити мейн, потому что там оба крюка сломаны. Ну, типа, не Мансити, а бегите падать туда. Также Никита бежит на улицу. Навстречу ей. На встречу приключениям, да? Господи, что это было? Что именно? Какой-то звук, нет? Это чили было. Это искажение. Это искажение так работает. Блять, да когда его не видел? Сейчас сольюсь и все. Толку ноль.
А, так тут еще один крюк есть, боже мой. Крюк на крюке. Ну, Балу, видимо, слилась, потому что, ну, странно. И ворота еще неудобные. Угу. Ты хочешь главное открыть? Вот он ген этот был, о котором я тебе говорил. Заводил. А вот тут мы хилились. Я его заводил. Думаешь, главное? Да я даже не знаю. Я бы задний открывал. А хотя с ней какая разница, она как тыпнется, блин, в тебя. Ну да. Не понял, он тут стоит, что ли? Походу. Да? Ну нет, тэпается она здраво, конечно. У нее просто не получается, а так. А ты понял, что он там стоял? Угу. Потому что она бы, получается, видела мейновские ворота и слышала бы эти. Талантливо. Не, этого зайца ты не поймаешь. С такими тэпаньями. Совсем ты Нерсу не жалеешь. Голубь, блин. Ну ладно. Ну и хуй. Не надоел. И Барби, им не укрыться, и преследователь. Ничего себе. Угу.